следующего участника мне Оля разрешила представить самому. Я ее представлю в песне, наверное, чтобы ей легче было выходить на сцену. Микрофон ей сейчас дадут. И можно прямо сразу включать, можно потанцевать. Вы все знаете эту песню. Я потанцую. Спасибо дискотеке «Авария» за этот музыкальный боевичок. Все, что знал, умело, осталось в детстве. Как теперь причесаться или одеться, или раздеться? Нет, раздеться вот так вот сразу. А вдруг потом не поймет отказа. А если без отказа все и сразу, будь что будет на волне экстаза. Какого экстаза ты мне шлупаешь? Что скажешь матери, был бы отец проехать к маме. А друзья, вот сколько за метро шпали. Всех за лодки, всех за пани. Всех выгнал, всех на жесткие лимиты. Друзья реальные, друзья просили бы. Секунды три, и ты уже внутри. Что еще? Автобус, поезд. Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, не встретить старость. Это ночной проект, это подъездный вид. Может быть, заслужит его репит. Перенес это пилотом, ручной режим. Вот и не предел, мы на помощь им. Пальцы складывают губы. Ты просто кукла, ты только кукла. Твой песен сегодня утро, самый первый, самый ранний. Береги своих желаний. А вдруг завтра будет и больна? Почему же так тяжело дышать? Почему так трется твоя душа? Снова смелые отправленные мысли, твои неотправленные письма. Большое, дорогие друзья, спасибо. Мы позвольте представить вам Евгению Иволгу, маленькая певчая птичка из самого сердца России.